По прогнозам агентства по гидрометеорологии МЧС, до 18 марта на горных участках автодороги Бишкек-Ош на перевалах Туашу и Алабель ожидаются обильные снегопады, сход лавин, снежные заносы и гололедные явления. Для предотвращения ДТП, недопущения гибели людей и обеспечения безопасности дорожного движения на перевальных участках со стороны сотрудников ГУБДД МВД будут проводиться профилактические мероприятия. Так, сегодня на участке автодороги Бишкек-Ош с 6 утра до 10 часов вечера не будут пропускать большегрузные транспортные средства. ГУБДД МВД просит автолюбителей и водителей большегрузных транспортных средств отнестись с пониманием и отложить заранее запланированное движение по маршруту во время проведения профилактических мероприятий.